там кошерное мясо там. А кто варит, их не интересует. По закону Тора Ашканаз, я вам говорил уже, если Ашканаз, Машгиах пришел утром, зажег этот огонь, гой варит, им можно, нам нежелательно. А почему им можно? Почему? Их не рабы, дал разрешение, но сфарадин не разрешает. Из опроса, куда Ахад, или он придет, вы спросите у него, я не знаю. У кого? Может, или он уже заходит? Нет, не так. Нет, нет. Нет. У нас имеется бишун гой называется. Алаха бишун гой. Что сварил гой, мы не имеем права. Что мы делаем? Что мы делаем, когда у нас свадьба? Мы берем еще одного машгиаха берем, чтобы он за этим следил. Чтобы он сам рыбу бросил в мета, туда. То он что вот так один раз сам сделал, вот так сделал, понимаете? Там что-то он сам сделал, потом он варит, и проблема. Поэтому мы стараемся не кушать. Если кушаем салатом, а это мы мясное, ничего не будет, потому что там боимся, что там узбеки работают. Да. Вопрос, это значит, во дворе сделали там кушать там плов туда-сюда? Они забыли занести этот казан, котел, домой. Он остался на улице. Вот там, я не знаю, кошка прошла или что. Что сделал с этим казаном? В субботу? Нет, в Йом-Рагиль вообще. Ну что такое? Какой вопрос? Ну вот, например... Если я могу, это, лишь там ешь бадегазы. Почему же нет? Вымы, хорошо, и все, что такое? Хату. Да, проблема. Да. Вопросы есть, пожалуйста? Подарок шаббат, гости большой на гости приехали. Сейчас, да, Занечка, закрой. Выключи, пожалуйста. Закрой его. Вот так, не отсюда. Про закрыть?